Сейчас, думаю, прилечу в Таиланд, думаю, а на карантине сходим в магазин, там купим наш QED, печеньки, варенье, конфетки и все, что хотим. О, может, слезть в отель, как круто. На четвертый день мы наконец-то выйдем на улицу. В смысле нельзя на улицу? В смысле отменили? Послезавтра будет можно? Все, хорошо, наконец-то сходим. В смысле нельзя? Как нельзя? Вы что, издеваетесь, что ли? Блин, а я из дома даже никакой масочки не взяла для волос. Что мне теперь делать? Моим волосам просто будет конец! Алло, мужик? Мужик, привет. Слушай, а можешь нам принести, пожалуйста, HQD, там, тыры-пыры? В смысле ты не знаешь, что такое HQD? Сейчас тебе пришлю фото. Ну все, выслала фото. В смысле у вас такого нету? Я что-то не поняла. Наташ, у них нет HQD в стране. В смысле это запрещено у них? Да, блин! В смысле вообще нельзя будет на улицу выходить? Нас что, обманули, что ли? В смысле 14 дней сидеть, а не 10? Я заплатил 150 тысяч рублей за карантин отель. В смысле все поменяли? В смысле еще 40 тысяч доплачивать? Наташ, хорошо, что мы в Таиланд прилетели 30 апреля, потому что с 1 мая людям пришлось сидеть не 10 дней карантина, а 14, так еще и доплачивать по 40-50 тысяч. Мужик, слушай, а может ты мне что-нибудь принесешь в этот номер уже? Может водичку, сок, может что-нибудь уже ты принесешь? А сколько мне еще допрашиваться? Господи, я не знаю, что мне делать в этом карантинном отеле. Я уже устала смотреть на улицу, на все, как все ходят куда-то, и даже не могут в номер ничего принести. Женщина, у меня горло заболело от кондиционера. Можете мне, пожалуйста, какую-нибудь таблетку принести? Сколько? 5000 рублей? Вы что, вообще обалдели совсем уже, а? В смысле энергетик стоит 250 рублей? Алло, ты чё, женщина, ты чё? Мужик, а ты можешь ещё принести нам пачку сигарет? Ну, в смысле ты уже приносил? Уже нету, выплюнули вместе с легкими твои пачки сигарет. В смысле, мы отдохнули 10 дней и прилетим обратно? Алло, гараж, мы вообще на улицу не выходили 10 дней, даже не загорали. В смысле, что такие белые? Алло, блин, мы на карантине сидим в Таиланде, алло, опороснитесь уже. Короче, мужик, нам с карантина выходить уже завтра. В смысле, в 6 утра? Я не хочу здесь сидеть до утра тухнуть. Давай мы выйдем в 12:00. В смысле, в час ночи? Не собираюсь тухнуть до часу, давай... В 12:30. Все, сошлись наконец-то. Блин! Вот что значит карантинный отель в Таиланде. Удачи!